И для красоты нашей кожи в компании есть профессиональная скраб-маска L'Amour. Это профессиональная маска на базе рисовой муки, она порошковая, ее надо разводить перед тем, как использовать. Есть специальные дозаторы, можете это делать на самом деле даже в ладошке. Просто насыпаете треть пакетика вот так в ладошку, разбавляете пару каплями воды, делаете такую сметанку, наносите на лицо и зону декольте на 15 минут. И когда начинаете смывать, там есть скрабинки, они безопасные, они закругленные, они не будут царапать вашу кожу. Начинаем по массажным линиям скрабировать кожу, шлифует микроморщинки, отбеливает, омолаживает, подтягивает, плюс насыщает кожу всем необходимым. После маски даже не требуется использовать крема. Маску нужно использовать первые 10 дней через день, вторые 10 дней через 2 и третьи 10 дней через 3 дня. Здесь 27 процедур, 9 пакетов, и через, получается, 30 дней вы увидите шикарный эффект. Но на самом деле он будет виден с первого раза, я рекомендую без макияжа перед использованием сделать фото для себя и сразу же через 15 минут, как смоете, фото после. И вы уже увидите эффект.